А теперь о трагедии на дороге в Калмыкии. КамАЗ с капустой, протаранив дорожное ограждение, съехал с дороги и перевернулся. Водитель скончался на месте происшествия, а пассажира доставили в одну из ближайших больниц. Как выяснилось, они уроженцы Дагестана из Рутульского района. Два брата отправились в Москву для того, чтобы продать овощи. Причины ДТП выясняются.